Доброе утро, Челябинск! Школьные годы чудесные, с дружбой, с книгой, с песней. Какие теплые воспоминания о школьных годах греют души челябинцев, узнаем прямо сейчас. Вот совсем скоро на носу День знаний. Какие у вас воспоминания о ваших школьных годах? Самые солнечные, радужные, самые прекрасные. Школьные годы чудесные. Ну, букеты, учительницы, первоклассники с белыми бантами. Белые фартуки. Воротнички, белые фартуки, все как надо, манжеты. Самые прекрасные у нас были такие замечательные учителя. Правда, я училась не в Челябинске. Вот, а в области... Откуда вы? Вообще, я закончила Тахталымскую среднюю школу. Хорошие. Хорошие? Не хулиганили или отличницы вот прям были? А было хорошее сочетание одного и другого. И то, и другое успевали все делать. А хулиганили? А как без этого? Озорничали? Обязательно. Сбежали на фильм детям до 16. Двух самых мелких, меня и еще одного ученика, не пустили, сказали... В общем, зря урок прогуляли, получается. Ой, конечно, было много смешных историй, но не лучше. Я не буду рассказывать это. Но все-таки конечно, немножко стыдно до сих пор. Да нет, почему стыдно? Нет, нет, нет. Нет. А доску мылом натирали? Мылом не помню. Нет. И мыло... кнопки учителю тоже не помню. Любили учителей все. Да, уважали. Самое страшное, мой 1 сентября, когда я пришел в 9 классе, я оказался... ниже всех по росту, даже ниже всех девочек. Я все школьные годы была отличницей, и самое мое и хорошее, яркое воспоминание, что со мной на протяжении всего срока обучения сажали двоечников, которых я подтягивала по всем предметам. Общаетесь, хотя переписываетесь. Общаемся, они выросли хорошие люди. Школа, школа, я скучаю. И действительно, каждый из нас хранит самые теплые впечатления о школьных годах. Дорогие школьники, запоминайте самые яркие моменты своей школьной жизни и сохраните их на всю жизнь.